Азербайджан, Армения, Дмитрий Асанов, Республика Беларусь, Казахстан, Индия. Ну что ж, друзья, мы едем дальше. По-прежнему весовая категория 64 килограмма. Нарек Аванесян против Дмитрия Асанова. Дмитрий Асанов достаточно известный боец с титулами. Он победитель Европейских игр в Минске в 2019 году, серебряный призер Европейских игр в Баку в 2015 году. И в 2015 же году стал бронзовым призером чемпионата мира. Там, кстати, в полуфинале он проиграл призеру Олимпийских игр Лондона ирландцу Майклу Конлону. Был участником Дмитрий Асанов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Там ничего особенного он не добился. В 2017 году совсем не получалось у него. Но зато, с другой стороны, в 2018 году Дмитрий Асанов выиграл чемпионат Европы по молодежи и в финале победил не кого-нибудь, но нынешнего олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева. И также он выигрывал у Габила Мамедова. То есть Дмитрий Асанов – это очень-очень мощный боец. Кстати, на Олимпийских играх в Токио Дмитрий Асанов проиграл Вандерсону де Оливейре, тому самому, которого мы с вами сегодня уже видели. Так что не исключено, что эти парни встретятся здесь. Неплохо по туловищу атакует Нарек. Правый снизу хороший у Дмитрия. Здорово сдваивает удары слева. Хорошо двигается, да? Отличная работа на ногах у Дмитрия. Здорово. И повторной атаки хорошо работает Асанов. Бокс! Держит соперника грамотно на передней руке Дмитрий. И, опять же, не забывает про ноги. Не выключает их ни на секунду. Все время готов двигаться. Все время готов осложнять сопернику жизнь за счет своих перемещений. Нарек продолжает стараться запереть оппонента. Но мы видим, что тянется за оппонентом. Не получается лишить пространства у Нарека Аванесяна, своего оппонента. Ну и, как следствие, поэтому проваливается и позволяет себя контратаковать. Здорово. Прекрасные контратаки на отходах и на сайдстепах в исполнении Дмитрия. Через уклон влево попытался пробить по печени. Там локоть был на месте у Нарека. 30 секунд до конца первого раунда. Пока что, на мой взгляд, все очевидно. Хорошо набрасывает легкие удары, пряча силовой. Вот здесь отлично попытался перехватить Нарек Аванесян. Но, опять же, какие-то локальные успехи все-таки есть у представителя Армении. Вот здесь попал справа неплохо. И здесь здорово запер около канатов. Отличный эпизод для Нарека Аванесяна. Не уверен я, что это поможет ему забрать победу в раунде, но, по крайней мере, показал, что тоже может добиваться успехов здесь. Боксер 98-го года рождения. Боксом занимается 9 лет. Ринге провел 98 поединков, 89 боях одержал победу. Боксер является чемпионом Армении. Тренируется под руководством Бакрата Абаяна. Мы канихатала. Одиночный трестака.
Итак, поехали дальше. Это раунд под номером 2. Очень хорошая передняя рука у Дмитрия. Великолепно он пользуется длиной своих рычагов. Опять же, не забывает про работу ног, без которой длина рычагов вообще не имеет никакого значения. И спокойно двигается, контролирует действия соперника Дмитрий. Ну, а на руку нужно стараться плотнее работать, запирать оппонента, но это сложно, да, мы видим, опять показал вправо, ушел влево, показал влево, ушел вправо, дернул вперед, резко назад, то есть сложно предугадать действия Дмитрия Асанова на руку, хотя, опять же, порой, да, у него что-то получается, выглядит это вполне себе пристойно, здесь неплохой джеб, вот тут, но опять хорошо очень использует пространство ринга Дмитрий. Да, хвалят сейчас Дмитрия Асанова, и, в общем-то, есть за что. Неплохо. Опять прям между перчаток закидывает свои удары Дмитрий. Сложно на руку, очевидно, да, мы видим, что он не успевает, просто не успевает за подвижным и быстроногим Дмитрием. Большое желание есть у него работать, большое желание драться, но пока тяжело. Минута до конца второго раунда. Вот здесь, да, начинает сдваивать удар слева, на рек, это приносит ему определенные плоды. Хорошо, серия навстречу. Нарек порой позволяет себе подходить без ударов к оппоненту. Ну и, конечно, нарывается на встречные. Попал здесь Нарек. Не успел выйти как следует Дмитрий. Два получил. Здорово. Вот сейчас хорошо. Четкий эпизод забирает Дмитрий. Не хочет пока сдваивать удары справа Дмитрий Асанов. Раунд закончен, но, может быть, в третьем раунде попробует показать нечто подобное. Ринг Б. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Дмитрий Асанов, Республика Беларусь. Боксер 96-го года рождения. Боксом занимается 12 лет. На линии прошел 186 поединков. 150 боях одержал победу. Является победителем европейских титулов. Победитель всемирных игр военнослужащих в Украине. Second out. Ринг Б. Раунд 3. Итак, поехали, третий раунд. Снова очень хорошо работает джебом. Смотрите, как раскрывает соперника, останавливает его, сбивает с прицела Дмитрий Асанов. Вот в чем не откажешь Нареку, прошу прощения, так это в его желании жить. Да, вот насколько он хочет победить в этом поединке, постоянно идет вперед, тоже насыпает удары, отрабатывает по туловищу, но очень надежно прикрыт. Дмитрий, и сам вот здесь здорово, право прямой. Ваш.
Здорово. Правый сбоку. Отлично. Еще раз туда. Заваливает удар. Дмитрий. Хорошее попадание справа было. Исполнение Дмитрия. И вот опять, да, в общем, даже не стесняется оказываться около канатов. Дмитрий Асанов. Очень спокойно. Здорово. Вот здесь просто растаскал оппонента Дмитрий. Эпизод оставил четко за собой. Пытается. Здесь все равно подхватывать атаки соперника Нарек. Даже, да, что-то у него получается. Какие-то удары до цели он доводит, но ясно, что все это не идет в сравнении с тем, что предлагает Дмитрий. Ну, кстати, любопытно было бы посмотреть, да, на реванш Асанова Дмитрия и Вандерсона Оливейры. Как раз два сопоставимых по уровню бойца, у которых есть история противостояния, поэтому я думаю, что было бы прям любопытно. Секунд до конца третьего раунда. Пока здесь все ясно. Снова хорошая, великолепная защита от ударов. Да, ну и в конце так навесили друг другу немного от души. Давайте послушаем, кто станет победителем этого противостояния. Я догадываюсь, чья рука сейчас будет поднята вверх. The winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the blue corner, Dmitry Asanov, Belarus. Да, здесь все ясно. Дмитрий Асанов побеждает и идет дальше. Победу одержал боксер синего угла Дмитрий Асанов, Республика Беларусь.